улица профессора Подвысоцкого, 6В. 20-этажный кирпичный дом, построенный в 2006 году. Двор небольшой, зелени немного. Парадная контролируется консьержем, установлен домофон. Местами зеленые насаждения все-таки имеются. Общая с соседним домом просторная детская площадка со столами для игры в пинг-понг и другими спортивными снарядами. Есть места для парковки автомобилей. Поблизости детский сад. Чуть дальше общеобразовательная школа. Рядом с домом взрослая и детская поликлиники. В самом доме круглосуточная аптека, химчистка. В ближайших окрестностях продуктовый супермаркет «Новус», центральный дом мебели, станция метро «Дружбы народов». Дом в хорошем состоянии.